Матушка Елизавета Булнер монастырда тауынын курулушундан онун башы болду 2009 жылын орак айын 27-синде. Монастыр курулду 2000 жылын жанавар айын 7-синде. Бутакым Чадыр Клисенин темелинде курдулар Айозлу Дмитрийин адына Кары монастыры. Орден ангысыны каблетти игумени Елизавета бу бүйүк юдул нышаннер боба Дмитрий. Чүнкү онун бар бүйүк бежермеклери монастырын юнунда. Да бу иш үчүн окойду чок кувет. То, что она сделала монастыря для верующих людей, ее благотворительность, которая распространяется не только на... Не уяптын сынара дейни монастыря дейни. Онын бежермекли ишлери белли олдылар дейсади Чадыр Касабасында, ама Тараклыдады, кем башка ерлерді. Бунлары хепсіні көрер Алла. Бу иш үчін она вердилер ордены, о он казанды. Господь через владыку решил... чтобы ее наградили этим великим значением орденом во славу церкви нашей, которую она заслужила. Бу үчүнчү башы шангысыны каблетти игумени Елизавета бакарак медаллеря осюлер, ани она сыкча гелер фикир дооруму каблетти онлары дэнечо кендиси ачыклар хер бир үчүн она сыра келечек тутмалав Аллахын өнүндө. В Евангелии есть притча такая, но я не буду ее всю рассказывать, потому что кто ходит в церковь, они знают. Про богача и Лазаря. Варпил да зенгин ичин, хем Лазар ичин. Да ачан, бана верерлер сырада кыба ашышы, бен дюшинерим. Аллахым садителеме бана ани, сен хепсіні каблеттін ердеки яшыманда. Эрлем метедер сыйдылар, яда башышлар сыйдылар, о заман каблетерсін буны ерде. Бен севинмерим юдуле. Бен дюшинерим, несу жуап едежем Аллахын юнінде. Награде, как думаю, как я отвечу за это пред Богом, и чтобы Господь мне не сказал, что ты все уже получила при своей земной жизни. Орден Меритул Бесерич ангысыны каблетти игумени Елизавета Буюдюль ангысыны указанды Тюлер монастырын яшаяны Мария. Как мама любит, наказывает, должна направить на истинный путь. О бізе дейні неже ана, өле о бейнер бізі, тақазалыр, доғыр дәр ей ола, бұ неже фиданы ерлім оны доғыртмарсын, о бұрылыр. Оның көзін алтында бізгідеріз доғыр елдан. Вот это в жизни надо. А если она закроет на это глаза, мы упадем. А так мы будем идти по дорожке. Бежермеклер үчін Меритул Бесеричи орденыны верді Комрад Каул архиепископы Анатолий. Зинаида Канцер, Елена Радкогла, Григорий Ставилов, Алексей Герчигер, ТХ Берлер.